Приветствую! На связи Андрей Жариков. В данном видео я расскажу о маркетинг-плане компании Иакономи. Когда человек приобретает программное обеспечение компании, он становится клиентом. Стоимость программного обеспечения $247 первый платеж и $169 ежемесячно. Клиент может порекомендовать данную программу трем другим клиентам. И до тех пор, пока они оплачивают абонентскую плату, ему уже не нужно платить каждый месяц $169, то есть программное обеспечение обходится ему бесплатно. Если клиент хочет пригласить четвертого, пятого и более клиентов, ему следует стать партнером. Для этого оплачивается разовый регистрационный взнос $79 и в дальнейшем $29 ежемесячно. Тот, кто становится партнером, снова начинает платить ежемесячную абонентскую плату – $169 за робота и $29 за участие в партнерской программе. Согласно маркетинг-плану, есть три вида бонусов. Первое – бонус за личное приглашение. За каждого лично приглашенного клиента, начиная с четвертого и последующих, вы единоразово получаете по $40. Второе – бонус глобального пула. В течение недели с каждой новой оплаты $247 $15 идет в общий мировой пул. Например, если за неделю подключится 300 новых партнеров, то глобальный пул составит $4500. Весь этот пул будет распределен между теми, кто за неделю подключит 3 и более новых клиентов. Распределение происходит следующим образом. Тот, кто подключил от 3 до 5 новичков, получает одну долю. 6 или 7 новичков – 2 доли, 8 новичков – 3 доли, 9 новичков – 4 доли, 10 и более новичков – 5 долей. Предположим, 15 человек подключили 3 новичков, значит они имеют по одной доле каждой. Глобальный пул $4500 делим на 15 долей, получается, что одна доля – $300. Если кто-то подключил 6 новичков, он имеет 2 доли и получает $600. А если кто-то подключил 8 новичков, он имеет 3 доли и $900. Попасть в глобальный пул может и тот, кто сразу оплатит партнерский взнос и за одну неделю подключит своих первых 3 клиентов. За первых 3 клиентов он не получит по $40 за личное приглашение, но он получает одну долю в глобальном пуле. По окончании недели глобальный пул обнуляется, и на новой неделе пул формируется заново. Расчетное время недели начинается с 0 часов в понедельник по 23 часа 59 минут в воскресенье по Тихоокеанскому времени США, или с 10 утра по Москве в понедельник до 9 часов 59 минут утра следующего понедельника. Третий вид вознаграждения – это резидуальный бонус. Он выплачивается не один раз, а каждую неделю и позволяет создать долгосрочный пассивный доход. Люди в вашей команде выстраиваются в три линии, так называемый тринар. Сразу под вами есть 3 свободных места, на следующем ряду 9 мест, 27 и так далее. Причем под вами могут оказаться как ваши лично приглашенные люди, так и те, кто попал от ваших вышестоящих, переливом. Сразу после оплаты продукта люди попадают в список ожидания. Людей из этого списка вы можете расставить в тринаре вручную. Если вы не расставите их в течение 10 дней, то система их расставит автоматически. Если у вас есть 4 лично приглашенных человека, и в каждой из 3 линий есть по одному лично приглашенному, вы получаете статус Apprentice. Вам выплачивается $10.56 за каждого из ваших клиентов в неделю, что составляет $169 в месяц, и этого достаточно для ежемесячной оплаты программы. В этой таблице вы видите, какой доход можно получать в зависимости от статуса. Название статуса отображает размер ежемесячного дохода. Вторая графа показывает месячный доход. В этой графе показан еженедельный доход. Здесь вы видите, сколько лично приглашенных или личников требуется для данного ранга. В следующей графе видно, какой статус должны иметь ваши личники. В этой графе указано минимальное число людей в тринаре, а в этой графе показано, какое минимальное количество людей должно быть в каждой линии. Как видите, маркетинг-план позволяет, имея команду всего 250 человек,
зарабатывать $5000 в месяц. Посмотрите, какой доход можно получать, имея более высокие статусы. Для получения резидуального бонуса минимум 55% оборота в каждой из ваших линий должно формироваться от абонентских плат клиентов. На выплату резидуального бонуса установлен лимит 60% от оборота по данному бонусу. Это сделано для обеспечения финансовой стабильности компании. Чтобы зарабатывать по маркетинг-плану, человек не обязан быть клиентом и платить $247 разово и $169 ежемесячно. Он может заплатить $79 и стать партнером, оплачивая $29 ежемесячно. Даже не имея продукта, он может зарабатывать на продвижении программного обеспечения. Но нужно помнить, что люди больше доверяют тому, кто сам пользуется продуктом и имеет собственный результат. За более подробной информацией обратитесь к тому, кто дал вам ссылку на данное видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Шариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.